В Кишиневе на улице Алексея Матиевича находится старая водонапорная башня. Построена она еще в 19 веке. Высота ее сейчас составляет 22 метра. Она открыта для доступа, так как в ней сейчас на всех этажах, кроме первого и последнего, находятся экспозиции музея истории города. Наверх ведет старинная винтовая лестница. По ней можно подняться на последний этаж, где находится конференц-зал, из которого можно выйти на балкон, окольцовывающий башню. Вид отсюда великолепный. Стоит заметить, что это, пожалуй, единственное место в центре Кишинева с открытым доступом, откуда с высоты можно увидеть город как на ладони. Вот совсем рядом большое озеро в парке Валя Морилор. Крыши старых зданий соседствуют с современными небоскребами. В данное время башня открыта ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Входной билет стоит 10 лей. Будете в Кишиневе, рекомендую посетить.